Нашим подведомственным учреждением КГУ, как Камчатоуправтодор, в настоящее время заключен контракт на 40 миллионов рублей. Срок выполнения работ 20 декабря. В настоящее время происходит ежедневный мониторинг ситуации. Подрядчик выполняет работы по подсыпке, и после 10 ноября, после прекращения сильных штормов, будет начато выполнение основного объема работ. Произведена отсыпка дамбы, там, где была основная дорога, ну и, соответственно, будет поднята объездная дорога на уровень 60-70 сантиметров.